have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами продолжаем отсюда, прямо же с парковки. А почему я это взять не могу? Ну ладно. Все, дружище, вези нас домой. Или я за рулем, ты за рулем? Ладно, давай, садись тогда. Мне, видимо, предлагают сюда. Ну хорошо, поехали. Поехали. Поехали! А говорить со мной будешь? Не? Ты обиделась? Ладно. Хорошо, давай поедем помолчим. Хорошо, хорошо. Дождик у нас тут начался. Ну, не знаю, если вы хотели показать... О, ты будешь говорить, ладно. Город как город, только большой. Нет, мама, это не обычный город. Да, обычный это город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйлен, Адам Смешер. Смешер. Тут рождаются легенды. Ну, как скажешь. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? Так мы еле тащимся, какая разница? Мне кажется, или... Ну, зеленый загорелся. У нас на хвосте висит фургон. Тим Гадлви. Не нравится мне это. На хвосте? Он перед нами. Это они! Их остепута! А где звук? Дави на газ, Джеки! Давай, Ви, стреляй! Не могу, веди нормально! Но они, кстати, не особо агрессивные, если что. Они вон отъехали уже. Хотя, может... Я не стрелял только что! Вот эти искры, они были ниоткуда. Попались, мрази! Ви! Цель заводителя! Я вообще стреляю в него. Джингаду! Ладно. Ладно. Баги багованные. Здравствуйте, здравствуйте. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Чингада Мадре! А что, у тебя эмоции только в голосе? На лице ничего не отображается? Ладно, ладно, все, надо потихонечку, в общем, на баги я пока не буду, наверное, обращать внимание. Это самое начало игры, ну, в смысле, ее только выпустили, и баги возможны. Явно решили не мелочиться. Хотя, с другой стороны, делали-то эту игру дофига. Сколько? Лет 8? И переносили сколько раз. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. Супер. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? Сбой системы? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Заливщик. Своей девушке? Заливщик. Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Ну да, да. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да пропусти нас уже. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Почему? Ладно, проезжайте. Это мы ее, типа, вот этим вот одноклеточным монологом уговорили, что ли? Серьезно? Чувак, у тебя харизма прокачана на 250. Я что-то о тебе не знаю. Что происходит? Ты ей понравился. А ты ей понравился. Моя неподдельная искренность тронула ее сердце. Конечно, неподдельная искренность, только она. А что, я верный, дорожу отношениями. А главное, скромный, даже. Так, самый скромный человек в мире, да, да, Джеки. Это про тебя. О, люди из ниоткуда появились. Давай из машины, резче! Нисколько чувствуешь, что это? Чё? Ты глянь, Ви. Тут все серьёзно.
что это не обычные копы. Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так... В чем сейчас ситуация вышла из-под контроля, не подскажете? Какие там бомжары угоняли тачку, почему к ним приехал спецназ? Или просто совпадение, что они мимо проезжали? Но я понимаю, что эта игра нам пытается таким образом донести некоторые законы местного управления, так как оно все происходит. Но, блин, ребят, не знаю. Как-то... Как-то не как-то. Могли бы это все сделать не так топорно. То есть такие сюжетные вещи, они прям очень режут глаз. Скоро и будем у тебя. Обидно, когда а так. А как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви, меня пропустят. А, тебя пропустят. Ты прямо уверен? Ну да. Кнычка, а тут F5 работает? Я не вижу. А, нет, сохранение проходит. Да, F5 работает. Я уж хотел сказать, типа, а каким образом тут F5-то не работает? Но F5 работает, ладно. Интересно, как оно потом будет выглядеть, если есть, наверное, автосохранение, быстрое сохранение, ладно, ну, в общем, увидимся. Такое. Все, давай, пока. Передай привет Мисти. До свидания. Передам. Hi, Luego. Окей. У, уровень приехал. Z. А? Уровень 3. А, вот, кстати, у нас здесь показано 3 из 20. Я понял. У нас все по 20. То есть вначале нам не давали ничего прокачать больше, чем на 6. По какой-то причине. Но здесь максимальный уровень 20. Хорошо, а если я пойду качать вот это, то я буду... Второй уровень... То есть у меня один очко навыка получается. Да, вон одно доступное очко характеристики, одно доступное очко способностей. То есть получается характеристика это вот это, а способности это вот это. Веточки, да, которые из них вылазят. Блин, это нужно сесть почитать. Погодите, пока что не буду ничего качать. Обойдемся. Свидетели считают причиной межклановые конфликты. Квартиры. Число нападений на непричастных к столкновению. Квартиры, спасибо. Чайный пакетик звонит. Я не хочу отвечать. Эй, я не отвечал! Забыл сказать. У знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Вы не видели то, что там на баннере было. Я не отвечал, почему игра за меня решает? Ну что, ребят? Чипвызер? Ну, я понял, что вы Уизер. Так. А, да блин, опять ворота заело. Ой, может я вам могу помочь? Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Да не в этом... Надо будет сказать пару слов начальнику. А почему? А тут нету модуля как-то в дверь? А я могу ее хакнуть, не? То есть ты стесняешься? Не могу. Только Burrito XXL могу хакнуть. Это печально. Это мог быть неплохой маленький побочный квест. Помочь девчулям добраться туда, забраться, все дела. Ладно. И в пяточку. Да, это срабатывает. Просто срабатывает слишком быстро. Так, ладно, ребят, секунду. Постоянно приходится бегать, потихонечку подкручивать что-то в опциях. О, я кучу всего получил. Минуточку, это все можно одеть, что ли? Давайте глянем. Персонаж, снаряжение. Наверное, в рюкзаке, да? Рюкзак. В рюкзаке есть шмотки. О, есть шмотки, прикиньте. Так, можно одеть шляпку. Можно одеть, наверное, курточку. Можно... А это чем? 9 единиц. 9. А почему тут сравнение не проходит с тем, что... То есть, смотрите, в пушках у меня проходит сравнение с тем, что одето. А здесь не проходит сравнение с тем, что у меня надето. Здесь просто показывают параметры. А, хотя нет, вот, вот тут есть сравнение. Хорошо, это одеваем. Это лучше, чем то, что у нас есть. И этот... Это лучше, чем... А почему меня опять с этим сравнивают? Фу, шорты какие-то отвратительные. Шорты я не буду смотреть, спасибо. 3,9. Вот, вот эти боты, наверное, одену. Так, получается 5,9. 9. Ладно, давайте, в общем, пока так. Что-то накинули, и то неплохо. Пойдем. Полученного предмет, круто. А, это с той стороны находится. Тайник? Давайте глянем.
А, в тайник можно всякие шмоточки сложить, да? Так, допустим, вот это. Вот этой полосочкой снизу обозначено то, что у меня одето. На мне сейчас. Пушка какая и всякое такое, да? То есть вот это, вот это. Вот это все можно складывать. Почему пистолет, который на мне сейчас, он здесь не обозначен? 60... А, нет, вот же он и обозначен. Тьфу ты, это я туплю. У меня получается есть что-то... Копперхед, что-то автоматическое. Давайте, наверное, тогда вот этот вот дробаш сложу. И тогда минуточку, рюкзак. Давайте я вот этот, это что у нас? Пофиг, это какой-то дробаш? Двуствольное ружье. Хм, ладно. А ты у нас... ты у нас что-то автоматическое, наверное. Давай сюда пойдешь. Все. Как-то вот так. Ладно. А тут что можно сделать? А, тут зеркало можно посмотреться. Обычное зеркало... А почему я лысый? Минуточку, я же шапку одевал. Почему я лысый? Почему шапки не видно? А если я сниму шапку? Рюкзак. Где у нас там снаряжение было? Если я хочу... Ну, не одеть, а снять. Как можно снять что-то? Что, можно только заменить? Фиг с вами. Блин, это в этом инвентаре, серьезно, черт ногу сломит. Ну его нафиг. Душ. Да ну. А, вот, вот это можно было. Тут можно... А, тут можно посидеть. Неплохо, неплохо. А что... Посмотреть. А, телек посмотреть. Ну, что там? Давайте. Ваше преподобие боится здоровой конкуренции, а? Ах, конкуренции? То есть, по-вашему, все в этом мире... Я не знаю этих персонажей, поэтому нафиг. Там что-то блестит на столе, надо глянуть. Новый чип, свежий бренд. Чё? Ладно, давайте в пяточку. И поехали спать. Там на подушку надо было... Не, голову, ладно. Ах. Так, первый у нас в студии. Бесстрашная полиция. Да ты кто? Джеки, это наш кореш. О, это... Ви! Ты что, не спал? Даже если нет, пора вставать. Я, кажется, что-то подцепил, когда подключался к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. Да-да, давай, давай. Так, ладно, секунду, ребят. Ладно, давайте зайдем в комп. Знаете, что смущает? А, это зажимать надо. Почему у меня появляется значок мышки, но мышки при этом у меня как таковой нет. Приходится все буквочка F нажимать. Вот это немного смущает. Так, внимание, медицинский мега-розыгрыш при покупке двух билетов. Ладно, это реклама. Не покупайте наногель для увеличения понять чего. Внимание, зафиксирована атака. Внимание, обнаружено... вредоносное программное обеспечение. Ваш компьютер был атакован доменами 3 раза. Наша система зафиксировала 2 попытки завладеть вашими персональными данными. 1 попытка повредить ваш нейропроцессор. Требуется немедленное действие. Наша программа нейтрализует любые угрозы, связанные та-та-та-та-та. Наверное, это тоже реклама какого-то или антивируса, или еще чего-то. Все, короче, валим отсюда. А, теперь эта дверь открыта. Прикольно. То есть то, что вчера было закрыто, сегодня нам говорят, иди наслаждайся. Что у нас тут на улице творится? Джеки прямо здесь у нас? Реджина какая-то, давайте Привет, ответим. Привет, Вим. Это Реджина Джонс. Если тебе нужна работа у Уотсоне, звони. Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Ой, я хочу перекусить. Я знаю, искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Вим. За это у тебя глаз выбили. Ты чё?
Потерялся, что ли? Я поесть хочу. В смысле потерялся? Ты так себе клиентов нарабатываешь? Дай мне, вон, шашлычок какой-нибудь. Макарошек дай. Я поесть хочу. Жалко тебе не помочь. Все в норме, да? Да офигительно все. Дай мне похавать. Я что, не могу поесть купить? О, это печально. Привет, Ви. Тебя туда же. О, суперски. Пойдешь? Просто. Нет, не пойду. Фью, как-то там электроникс, да? Я что-то под каким-то бомжатнем. Встретись с Джеки. Твой 45-й тебя ждет, не дождет. А, это... это оружейка. Иди-ка сюда-ка. Ну, показывай. А, привет, там мы договаривались. Вот это что ли? Юнити или угасание ночи? Погодите, а зачем мне его покупать, если он хуже? А, получили культовый предмет документации, которая позволяет создавать более качественную версию этого предмета. При создании каждой версии старая уничтожается. Серьезно, культовый предмет можно улучшить так же, как любое другое оружие, предметы, одежда. Также вы сможете повышить уровень. Угу. Большое спасибо. Интересно. Интересно. Хорошо. Давайте тогда рюкзак, пушка, угасание ночи. А, Unity это который хуже, угасание ночи лучше, поэтому мне стоит его одеть, допустим, вот сюда. И теперь он у нас одет. Хорошо, супер. А этот можно разобрать. Зачем? Ну, наверное, на детали, да? То есть мы можем прям вот так вот разбирать. Хорошо. А как мне улучшать его? Так, это создать. Изготовить. Это что? Макс док. Мы, наверное, восстановление. А. Давайте, я не знаю, что ты создал. А, я за 1000 экспу получил. Неплохо. Улучшение. А я не могу ему ничего улучшить, да? Снаряжение. А, вот здесь вот, смотрите. А как снять? Нет, ребят, вы не поняли. Я снять хочу. О, убрать, вот. Все, хорошо, я понял, да. То есть мы были лысые из-за бага. Все нормально, я понял теперь. Репутация, параметры, рюкзак. А как мне... А, вот тут оружие. Я могу вот так вот сделать. Прицел, ну, он дает там какие-то копейки. Я думаю, что чисто визуально у нас будет разница. Минуточку. Персонаж, параметры, снаряжение. Почему у меня на торсе ничего не одето? 9, 5, 9. А, я хочу вот это, чтобы у меня было одето. Нормально. То есть он его, видимо, просто снимает. А это лицо, на лицо у меня ничевцо. Ну, хорошо. Особого у нас тоже ничего такого вроде как нету. Ну, все суперски. Каждому свой лексинг. Стоп, а как убрать оружие? Альт у нас там было вытащить? Нет, это... А убрать можно как-то? Блин, я не хочу ходить по дому с оружием. А, может... А, вот так вот! Во! Блин, это на самом деле неудобно, что его приходится зажимать, и оно не чередуется. Ну ладно, допустим. В пяточку. Пойдем. Это я так понимаю, что вот эти все зажатия, они сделаны под управление геймпадом. Но, блин, ребят, ну я уже много раз говорил, когда вы делаете управление под геймпад, это офигительно. Когда вы делаете управление под клавиатуру, пожалуйста, оптимизируйте. Тут много клавиш, я не хочу зажатия, я хочу клавишу на каждое действие. Это, блин, каждый человек с клавиатурой хочет. Представление традиционных театров «Но». Спонсором фестиваля является корпорация Арасака. И, что не может не удивлять, сама Ханака Арасака сообщила, что лично... Ханака Арасака, всем Ханака. Так, ладно. Ты кто вообще такое? Ладно. С тобой поговорить не могу. А почему я ни с кем поговорить не могу? Ничего купить не могу. Вот у тебя... Ты полностью брат-близнец. Вот ты. Да? С меня хватит. Что?
Кап что? Поговорить хочу, блин, с кем-то из... Понаехали тут. Я понял, да. Да. Мир прям-таки живой вокруг, я вижу. Что это такое? Заявка на расследование полиции заплатит... А, заявка на расследование, полиция заплатит за помощь. Заказы. Фиксеры свяжутся с вами, когда вы будете неподалеку. Фиксеры, посредники укажут вам на доступные заказы поблизости. А, это просто тупо подсказка. Все, хорошо, я тебя понял. Вода желтая фигня, это полицейский, я так понял, да? Хорошо. О, вот наш чувак сидит, жрет, наворачивает. Я тоже пожрать хочу. Потерялся, блин, я похавать хочу, позавтракать. Вон наш дебилушка сидит, завтракает, я тоже хочу. А ну вас нафиг. Что ешь? Не знал, что ты любишь азиатскую жратву. Мне казалось, для тебя она слишком экзотическая. Ну да, а чего ее не любить? Лапша есть. Синт-мясо есть. Если бахнуть еще чили, получится сопа де фидеос, как у самой мамы Уэллс. Сесть. Почему не съесть? Творил для тебя сюрприз. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Ну-ка. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Как ты это устроил? Ты его уломал. Продался в рабство? Мы еще не доросли до тех, с кем Декс обычно работает. Мы с тобой нет, ты прав. А вот Тиба... Чайный пакетик? Серьезно? Она нас познакомила. Мы встретились. Ну и там я сразу понял, что заказ наш. Окей, потому тихо, что я умею произвести впечатление. Скажи. Ну не очень. Да, Джек, еще какое. Что за работа-то? Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично. Один на один. Так что сам понимаешь. Все теперь зависит от тебя, если... Где мне... В смысле, почему от меня-то? Вы с Тибак типа ни при чем? Тибак и Декс давно знакомы. Меня он уже видел. Сказал, осталось проверить только тебя. И дело в шляпе. Угу. Слушай, Ви, кто платит, тот и заказывает музыку. Ему просто нужны гарантии. Он нормальный мужик, серьезно. Угу. То есть выбора у меня нет? Нет, конечно. Так, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сам знаешь, я ничего не имею против Падре и Вакако, но... Декстер, это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Угу. Я не разбираюсь в фиксерах, не особо. Все как всегда. Приходишь ты на чужую территорию, местный фиксер сразу показывает, чей хуй длиннее, но улыбается тебе и обещает кучу денег и заказов. Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке. Официант, который принесет ему на блюдечке большой кусок от клиентского пирога. Конечно, вы ходите вместе выпить, но бизнес есть бизнес. К чему этот разговор весь сейчас? Gracias, adiós. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо, мило с твоей стороны. Транспортное средство, чтобы вызвать свою нижнюю там используйте. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали. Минечку, мне бы баг снять, который у меня в голове. Ой, черт, ладно. Вот наша точенька. А, то есть ты припарковался на пешеходном переходе. Молодец. Куда едем? К Риперу? Эй, Эсса, не гони, а? Я ж только поеду. А, сменить вид, конечно. Вы чё? Я так и так собирался к Вику.
У меня свидание с Мисти. Да ладно. Прохладно. Она мила. Перепад теней и солнца отвратительно сделанный, очень резкий. Возможно, опять же, это из-за каких-то... Из-за того, что у меня лучи не трассируются. Блин, да чтоб тебя! Что происходит? Ты ехать будешь сегодня нормально или нет? Тачка вообще не слушается. Едет, кстати, хуже, чем та первая, которая у нас была. Так, а это что синее? Ладно, поехали пока по основному, давайте. Бегите, бегите! Ну, F. А, зажать надо. Чего у вас тут стреляют-то все время? Найди Пойдем. Меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую Декс нам приготовил. Клиника Рипера. Своими воспоминаниями, ибо не вам служат ваши глаза. Точнее, не только вам. Ну да, да, да. Привет, Ви. Доктор Вектор тебя ждет. Доктор Вектор ждет Ви. Я Нормально. Тут пока посижу. Нам вместе надо поболтать. Хорошо, годится. Удобно вам тут, ребят? Все нормально? Вики, привет! Установка киберимплантов – популярная, но опасная процедура. Ее могут проводить только квалифицированные специалисты, которых называют риперами. В Найт-Сити есть несколько клиник риперов, где можешь приобрести и установить импланты, выбереть нужный протез. Понял, как хорошо. Как твои риперские дела? Рад тебя видеть. Привет. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? У меня глюки. На задании тут подключился к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепил. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим. А, возможно, это чувствительность к яркому свету у меня из-за сбоя. Окей, окей, тогда это... Ты слышал про Декстера? Почему мне это... Ладно, спрошу. Получил заказ от нового фиксера. Его зовут Декстер Дешон. А, знаю, он из посмертия. Нечего сказать, растешь. Типа того. Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду спокойный дядя. Угу. Ну, хочу... Я мне не хочу прокачаться. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Я хочу, чтобы меня от глюка вылечили. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. А, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? А у меня денег-то нету. Не нуди, Вик. Я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Слышу, слышу. Давай. Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Посмотрим, что у меня творится. Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Ты мне будешь глазья вставлять? Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну а что? У себя тоже не на помойке нашли. Я сказал, что заплачу, но на такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулся живым и здоровым. И с деньгами. Согласен, хорошо. Но тут есть логика некая. Ладно, возможно, чувствительность я пока посмотрю, света – это чисто недостаток нашего персонала сейчас, потому что его хакнули. Ладно. Киберимпланты – это механические протезы, заменяющие части вашего тела. Они наделяют вас способностями, которые помогут вести бой эффективнее и выживать в опасных условиях. Дочисленная установка имплантов стала рутинной процедурой, но она по-прежнему требует хирургического вмешательства. Ее могут проводить только специалисты, риперы. Понятно.
Операционная система, доступные параметры. Так, ладно, оптическая система. Знаете, в чем прикол? Вот это вот распределение, оно сейчас очень похоже на Deus. Причем даже, знаете, больше на старый Deus, чем современный. Вообще вся эта игра у меня вызывает некие ассоциации именно с Deus'ом. Наверное, знаете, самое время сейчас сказать о том, что никаких ассоциаций с Ведьмаком не будет. Хотя CD Projekt Red известны как раз этим. Но Ведьмака я не играл и, наверное, скорее всего, не буду играть по определенным причинам. Поэтому большая часть сравнений этой игры будет проходить именно, наверное, с Deus'ом. Отчасти старым, отчасти с новым. И по понятным причинам. Это киберпанк и тот, и там. Поэтому ладно. Хорошо. Лобная доля. Дополнительные ОЗУ. Ага, оптическая система настолько... Все, я понял. Давай, ставим вот эту штуку. Оптика Кироси. Оно же Кироши. Нет никакого подтверждения. То есть ты просто вставил, и оно есть. Ладно, в ладони что у нас вставляется? Повышенная вероятность рикошета при стрельбе из стандартного оружия связывается... Та-та-та-та-та. Баллистический процессор, серьезно? Неплохо, неплохо. Так, а операционку Стивенсон Тех, версия 3. Милитех Паралайн использует та-та-та-та-та. Не выполнены требования. Так, ладно, это я не могу, видимо, сделать. Ты мне баги снимешь или нет? Доступные предметы 1. Так, ну, видимо, больше поставить я тут сейчас ничего не смогу. Клиника. Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Понять. Ясно. Понятно. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готов. Вырезай. Отлично. Можем работать. Так, а обезболивающее? Давай клади свою руку, игрок высшей лиги. Да, сейчас самое время спросить, что у него нового. Вот, ага. Так. Молодец. Ну что, сейчас обезболим и можно резать. Будет обезболивание, хорошо. Чувствуешь что-нибудь? Как будто у стоматолога. Тебе что, прямо в подробностях? Ты сейчас как стоматолог. Они тоже все время задают вопросы. Слушай, не издевайся. Я старый, а рука у меня своя. Скользнет еще. Сейчас будет темно, не пугайся. Свет вырубили. Ладно. Ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Ну, посмотрим. Поначалу может быть неудобно, но там, знаешь, помехи, туман или там размытость. То есть он нам, по сути, настоящий глаз вытащил, наш, родной, и вставил нам кибернетический глаз. Ну, как тебе? Все в порядке? Да, ну, нормально. Да охренительно. Ха-ха-ха, супер. Так, ладно. Просканировав человека с помощью оптического киберимпланта, вы сможете узнать о нем много полезного, насколько он силен, какое оружие предпочитает и принадлежит ли какой-то группе. Опытному нетронеру также доступен список скриптов, которые можно применять при... Хорошо, теперь понял. Теперь сканер. А как я сканировал до этого? Нужно пару секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу... Лучше Рипер оценивать рано эти... Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. А мне же руку доделывают, неплохо. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней,
Будешь знать, что они делали плохо. Спасибо. База данных полиции. Теперь вам доступны сведения о людях, за поимку или убийство которых назначено вознаграждение. Их поможет обнаружить ваш сканер. Полиция все равно, сдадите вы их живыми или мертвыми, поэтому судьба зависит только от вас. Тебе понравится. Блин. Достань оружие. Ты руку должен изуродовали. Увидеть счетчик патронов и новую мушку. А, все-таки у меня патрон не бесконечный, ладно? А что с вирусом? Там еще этот нейровирус. С последней работы. Проверишь? Я уже проверил. И удалил, когда ставил тебе имплант. Заодно слегка почистил твой софт. Считай, официальная проверка антивирусом. Спасибо. Черт, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу и еще два через час. А что это? И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланта. Хорошо, спасибо. Спасибо еще раз, Вик. Я у тебя в долгу. Иди, Мак. Покажи там всем. Только старика не забывай, когда выйдешь там в свою высшую лигу. Понятно, импланты нам дали довольно-таки неплохие. Блок ставь, идиот! Кто побеждает? Эрнандес. Лет 20 назад этот слабак Мэлоун уже давно бы на полу лежал. А теперь каждая собака ставит себе защиту черепа, а это гасит 3/4 силы удара. Ты поставил на этот бой? Ты поставил на этот бой? Да нет, ну какой там. Я давно уж больше так по привычке смотрю. Да, раньше было лучше. Ага, окей, все. А поговорите с Виктором. А что еще поговорить? Я уже поговорил с ним. Как бизнес идет? Да знаешь, не жалуюсь. Корпораты ко мне теперь не лезут. Арасака снова набирает себе наемников. А значит, я тоже без работы не сижу. Повезло тебе с Мисти. И помогает, и нытье твое терпит. Да, что сказать. С аренды я уж точно не прогадал. Вот именно. Думаю, мало кто в Найт-Сити может сказать про себя то же самое. Дожив до моих лет, неизбежно теряешь иллюзии. И жить становится куда проще. Хм, ясно. Так, а сколько у меня сейчас денег, кстати? Так вот, на секундочку. Сейчас я в пяточку. А, у меня 943 бакса. Понятно, я вообще ни о чем. Так, ребятушки, игрушка чуток подвисла. И получается, что у нас должно было переключиться задание на поговорить с Джеки, но оно не переключалось на это задание. Пришлось быстренько... В смысле, погладить кого? Я могу погладить кота? Котов надо гладить, это правильно. Так вот, у нас наконец-то переключилось задание на поговорить с Джеки. Пойдемте поговорим наконец-то с Джеки. Я ее гармонизирую. Но тебе надо избегать мест с негативной энергией. Кого там уже собралась гармонизировать? Тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах. Около Грамши Бургерс. Хорошо, пойдем поговорим. Постараюсь договориться. Поговорить с Дексом. Окей, давайте. Или Джина Джон. Ну привет. Давай. Хочу тебе кое-что предложить. Так мы же болтали. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. У тебя 60 метров осталось. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит, но мне кажется, что экспериментальная терапия — это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Дан. Посмотрим. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить психа, я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно? До свидания. До свидания.
Так, если вы хотите убивать врагов, можете обезвредить их несколькими способами. Несмертельное устранение, несмертельные скрипты, несмертельное оружие. Эмми, гранат, некоторые боевые устройства, модификации, которые превращают оружие в несмертельное. Если оружие боевое, устройство или скрипт наносит несмертельный урон, это будет указано в их описании. Ну, такое, я подумаю. Давайте поговорим с этим чуваком. Йоу, мистер Ви. Привет. Рад встрече. Ты у нас, Декс. Экстер Дешон. Собственной персоной. Езжай. Драйв. Не против, если я сначала спрошу? Ну, рискни. Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до 30? Чувак, это дурной вопрос. Конечно же, первое. Главное, чтобы тебя запомнили, спокойно дожить до старости в Найт-Сити. Главное, чтобы тебя запомнили. Ладно, давайте вот так. Мне важна победа, а не участие. Цена не главная. Это глупый ответ, на самом деле. Ну ладно. Классика. Есть еще молодежь, которая любит рисковать. Уважаю. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Ну, продолжай. Ну и что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное. У Арасаки. Это же не проблема. Это смертный приговор, это, конечно, не проблема. А смертный приговор? Найт-Сити — их территория. Они же нас раскатают. А как иначе, мистер Ви? Больше риск, больше добыча. Первое правило посмертия. Да и я тоже не дурак. Сделаем все так тихо, что не оставим даже следов, которые надо заметать. Мы друг друга поняли? Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрёма. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает. Хочет увидеть исполнителя. Понятно. А что за дела с Мальстрёмом? Так, а что за дело надо уладить с Мальстрёмом? Вставляй щепку. Щепка — это чип, в общем, я понял, ладно. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техника. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстрёмовцы. Среди этой техники был Болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот Болт. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены, Мальстрём. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Так. Он был у Мальстрёма главарем. Мы ударили по рукам, а через 3 дня его сместил ближайший друг и сподвижник Саймон Рэндалл. Он же Ройс. Понял. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Ну как что, он ничего о них не думает. Добавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мередит Стаут из Мелитеха. Стаут, кстати, фамилия здесь не зря, мне кажется. Что за человек этот Ройс? Просто психопат. Из тех, что любят хром. Тут таких много. Твоя правда. Отличие только в том, что не все отправляют друзей в промышленную микроволновку. Согласен. Говорят, сначала лопаются глазные яблоки. Чпок, и все. Потом тело превращается в гуляш. Что за баба? А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая. Спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Понял, понял. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Ну, расскажи о заказчице. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер.
Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Понятно. Вопрос есть на самом деле? Надо. Ну ладно. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. Угу. И еще, мистер Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? Ну дайте ответить, что ли? До скорого. Ага, то есть это было риторически. Давай, до свидания. Так, хорошо, некоторые действия идут на пользу вашей репутации. Улучшайте репутацию, чтобы повысить свой авторитет в преступном мире, найдите и открыть новые возможности репутации. Окей, понял, есть шкала репутации. Да, Джеки, хорош. Я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Ну... Он типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, профи умеют разгребать говно за Мальстрёмом и Мелитехом. Угу. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрём его украл, а Декс купил, но не получил, потому что у них сменилось руководство. Да, слышал. Ройс устроил Брику дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Куда еще дал номер взял? Какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. Есть еще кое-что. А, вот что, да. Ты не знаешь про Ройса? Не слышу восторга в голосе. Ты что-то знаешь про Ройса? Ройс просто наглухо ебанутый. Для него хром, как наркота для торчка. Всего тачку можно вызвать. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А так что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Ну, видимо, да. Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин, барин. Итак, с кого хочешь Объезжай. Начать? С мальстрёмовцев или с Паркер? Наверное, с мальстрёма пойдем. Думаю, сначала постучимся к мальстрёму. Ногой. Ногой. Орале. Тогда я поеду к Whole Foods и посмотрю, что там почем. Hasta luego. Так. Разворачиваемся. Познакомиться с сотрудницей и встретиться с Джеки. Так, ну поехали встречаться. Понял. Знаете, похожая проблема была в четвертой GTA-шке. То, что камера с большим опозданием реагировала на повороты машины, и приходилось иногда доруливать. Мистер Ви, хочу напомнить, что... Декстер Кишон... Так. Хочу напомнить, что сумма в размере 10 тысяч уже поступила на счет моих уважаемых партнеров из Мальстрёма. Помню об этом, когда будешь получать товары, не поддавайся на шантаж, к которому склонны представители прекрасного объединения. Ага. Понятно. Знаете, что тогда сделаем? Сейчас, секунду, ребят. Я думаю, что нужно вот так вот сделать. Даже не так, а... А, за это-то у нас смена задания, прикиньте. Позвоните сотруднице Мередит Стоут, встретиться... Позвонить. Блин, почему зажимать надо? Это немножечко бесит. Позвонить, это значит Т, да? Мередит. Давайте мы ей позвоним. Стал, начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвоем. Эй, заткни его! Говори, что знаешь. Быстро. Давай встретимся. Не по телефону. Встретимся и обсудим сделку. Сделку. Ладно. Первый съезд со Skyline в сторону Нордсайда. Под переходом есть водосток. Встретимся там.
Водостоки. Кстати, тут недалеко. Тут недалеко. Давайте туда съездим. Только сначала... А, за это у нас по-любому просто меняет задание. Я понял. Хорошо. Персонаж, параметры? Нет, снаряжение тоже нет. А где у нас... Так, карта понятна. Киберимпланты тоже нет. Вот это. Значит, я вот что думаю. Нужно... Может, хладнокровие еще раз качнуть? Критический урон, все виды, сопротивляемость, урон при скрытом, это скорость, которая вас обнаруживает, урон... мне нужен объем памяти увеличен, урон, время действия скриптов, техника. Эта характеристика влияет на ваше владение техническими навыками, сила. Запас здоровья, кстати, увеличивается, запас выносливости. Урон от кулаков, урон от оружия, штраф скорости движения захваченным врагом, время захвата. Ладно, знаете, давайте я тогда один в силу вкину. А, у меня, кстати, два. Ладно, ребятушки, давайте тогда в следующий раз будем с этим всем разбираться. Я думаю, что сейчас уже подошло время, и в следующий раз мы тоже съездим. Я, возможно, посижу, просто почитаю, как это все делается. На этом давайте пока что заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.